В Италии завершились русские сезоны. Международный фестиваль искусств закончился совместным концертом Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Зал был заполнен. Это самая лучшая мягкая сила, которая может быть. Это 6 миллионов благодарных зрителей, которые, которые будут об этом вспоминать и понимают, что такое русская культура. Это, безусловно, хорошие отношения между... Многолетние отношения выстраиваются между нашими культурными институциями.